Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня поделюсь рецептом бездрожжевых куличей на кефире к Пасхе. И вот такие продукты нам понадобятся для их приготовления. Вот такие небольшие, очень ароматные, вкусные куличики у нас получились. Из этого количества теста можно приготовить один большой, но тогда время выпечки увеличится на 10 минут. Ориентируйтесь по сухой шпажке. Обязательно приготовьте такие куличи, а еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. До новой встречи, друзья!